Вернемся ненадолго в прошлый выпуск к рассказу о Реалис Тенсу. А, есть! Ох, как она выскочила резво. Вот она, вот она. Стоять. О. Зарыться в траву хочет, а я ей не даю. О. Засеклась, кстати, по классике. За задний тройник воблера. Так обычно она и засекается. Край пасти, но надо сказать, что это достаточно надежно, но неудобно при вываживании через траву. Вот, как видите, приманка нацепляла на себя куски водорослей, поэтому необходимо иметь снасть, которая обладает хорошим сдерживающим ресурсом. Тот самый сдерживающий ресурс, который присущ всем трем спиннингам Сент-Крой, взятым Алексеем на эту рыбалку, действительно важен при ловле в подобных условиях.